Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешит Ты души истины, и Ты везде сие вся исполняя, сокровища благих и жизни подателем. Приди, вселись овны, и очисти на от всякие скверны, спаси блажи души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, же и си на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое царство, сила и слава, царь и духа на небесе, молитвы веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся, припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Услышь, Господи, правду, внемли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От Твоего лица суд не да изыди, да разряд очи Твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня, ничего не нашел. От мыслей моих не отступают уста мои. Делах человеческих по слову уст Твоих я охранял себя от путей притеснителя. Утверди шаги мои на путях Твоих, да не колеблются стопы мои. Тебе взываю я, ибо Ты услышишь меня, Боже. Преклони ухо Твое ко мне, услышь слова мои. Яви дивную милость Твою, Спаситель, уповающих на Тебя, от противящих десницы Твоей. Храни меня, как зеницу ока, в тени крыл Твоих укрой меня, от лица нечестивых, нападающих на меня, от врагов души моей, окружающих меня. Они заключили стуки своим надменно, говорят устами своими, на всяком шагу нашем ныне окружают нас. Они устремили глаза свои, чтобы не сложить меня на землю. Они подобны льву, жаждущему добычи, подобны скиму, сидящим в местах скрытных. Восстань, Господи, предупреди их, не сложи их. Избавь душу мою от нечестивым мечом Твоим, от людей рукой Твоей, Господи, от людей мира, которых удел этой жизни, которых чрево Ты, наполняющие сокровищниц Твоих. Сыновья их святые оставят остаток детям Своим, а я в правде буду взирать на лице Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Тебе, Господи, возношу душу мою, Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь вовек, да не восторжествуют надо мной враги мои, да не постыдятся все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои, научи меня стезям Твоим, направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты Бог спасения моего, на Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо не от века, грехов юности моей, преступлений моих не вспоминай, по милости Твоей. Вспомни меня ради благости Твоей, Господи, благо и праведен Господь, посему направляет грешников на путь, направляет кротких правде и научает кротких путям своим. Все пути Господни, милости и истины, хранящим завет Его, откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. То есть человек, боящийся Господа, ему укажет он путь, который избрать. Душа его прибудет во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня боящимся Его, и завет Свой открывает им, очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои, призви на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен, скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих, призви на страдания мои и на изнеможение мои, и постигши грехи мои, посмотри на врагов моих, как много их, и какую лютую ненавистью они ненавидят меня, сохрани душу мою, избавь меня, да не постыжусь, что я на Тебя уповаю. Непорочность и правота да охраняют меня, ибо я на Тебя надеюсь. Избавь, Боже, Израиля от всех скорбей Его. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззаконие мои. Многократно мой меня от беззакония моего, от греха моего, очисти меня. Ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда предо мною.
Тебе единому согрешил, и лукаво пред очами твоими сделал. Так что ты праведен в приговоре твоем и чист в суде твоем. Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя. Вот ты возлюбил истину в сердце, и внутрь меня явил мне мудрость твою. Окропи меня сопом буду чист, омой меня буду белее снега. Дай мне услышать радости и веселье, возрадуются кости тобой сокрушенные. Отврати лицо твое от грехов моих, и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отверги меня от лица твоего, духа твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения твоего, и духом владычественного утверди меня. Научу беззаконных путям твоим, нечестивые к тебе обратятся. Избавь меня от кровей, Боже, Боже, спасение моего, язык мой схвалит правду твою, Господи. Отверзи уста мои, возвестят хвалу твою. Ибо жертва ты не желающая, дал бы ее, к всесожжению не благоволишь. Жертва Богу, дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. А благодетельствуй, Господи, по благоволению твоему Сион. Воздвигни стены Иерусалима, тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношения и всесожжения. Тогда возложат на алтарь твоих тельцов. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Благословен еси Христе Божий наш, и же премудрый Отце явлей, ниспослав им Духа Святого. Теми уловли силеною, человеку любчи слово Тебе. И ныне и присно веки веков, аминь. Богородица Тыся, глаза истинно возрастившая нам плод живота, Тебе молимся, молись, владычица, со святыми апостолы, помилуйте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дня, поспешит на Бог спасение наших, Бог наш Бог спасатель. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, и кажем мы оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Яко Твое Царство, силы и слава Твоя, и слышит языки свое, разделюши языки вышни, и даже умненные языки раздаёши. Соединение все призвал, и согласно слове все святого Духа. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Или на всякое время, на всякий час, на небесе и на земле поклоняем и славим Христе Божием, долго терпение, много милости, много благоутробнее, и же праведно любя и грешные милые, и рассказывая их о спасении обещания ради будущих благ. Сам, Господи, прими наше отчастие и молитвы, и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всяких скорби, зол и болезней, огради нас святыми Твоими ангелы, да ополчением их соблюдаем и наставляем, достигнем соединения веры, и в разуме преступной Твоей славы, яко благословенности во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, веки веков. Аминь. Честнейший херувим и славнейший, без сравнения серафим, без исполнения Бога, Слово родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Имя Господне благослови, Отче. Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе, Христе Божий наш, помилуй нас. Аминь.
Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне, Единородный Иисусе Христе, Святой Души, Едино Божество, Едино Сила, помилуй меня грешного, и ими же весь судьбами спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенности во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Боже, именем Твоим спаси меня, и силой Твоей суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словом уст моих. Ибо чужие восстали на меня и сильные ищут души мои, они не имеют Бога пред собою. Вот Бог, помощник мой, Господь, подкрепляет душу мою, Он воздаст за зло врагам моим, истины Твои истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо, ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрела око мое. Услышь, Боже, молитву мою, не скрывайся от моления моего, внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести мои, смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого, ибо они возводят на меня беззаконие, в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня, страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал, кто дал бы мне крылья, как у голубя, я улетел бы, успокоился бы, далеко удалился бы, оставался бы в пустыне, поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, раздели языки их, ибо я вижу насилие распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, за деяние бедствия посреди его пагуба. Обман и коварство не сходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это перенес бы. Ни ненавистник мой величается надо мной, от него и укрылся бы. Но ты, который был для меня, то же, что я, друг мой, близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на их смерть, да сойдут они живыми в ад, и возлодейство в жилищах их посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня вечером, и утром, и полдень буду молять и вопиять, и Он услышит голос мой, и избавит в мире душам от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущие, потому что нет ни перемен, они не боятся Бога. Простерли руки свои на тех, которые с ними в мире нарушили союз свой. Уста их мягче масла, в сердце их вражда, слова их нежнее лея, но они суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, Он поддержит тебя, никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, не изведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих, а я на Тебя, Господи, уповаю. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу. Прибежище мое, защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Он избавит тебя от всех ловца, от гибели язвы, и тереми своими синит тебя. И под крыльями его будет безопасен, щит и ограждение Господь его. Говорит, что боится. И все изумлялись и дивились, говоря между собой. Это говорящие не сели галилеяне. Как же мы слышим каждое из собственной наречий, в котором родились? Парфяне и медийцы, и эламиты, и жители Месопотамии, иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египты и Стимбии, и Лугащи и Мини. На аспида и василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона. За то, что он возлюбил меня, избавлю его, защищу его, потому что он познал имя мое. Возовет ко мне, услышу его, с ним я скорби. Избавлю его и прославлю его, долготойней насыщу его, влю ему спасение мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Благословен Иисусе Христе Божий наш, и же премудрый ловцы явли, не спослав им Духа Святого, и семи уловли вселенную, человеколюбчи слово Тебе.
ныне и присно и во веки веков. Аминь. Яко не имам и дерзновение, за премногие грехи наши, ты и же тебе родшегося моли, Богородица Деву. Многого может моление матернек и благосердию владыки, не презри грешных мольбы все чистые, ко милости есть и спасти могей, и же страдать о нас изволивей. Скоро да предварят на щедроты Твои, Господи, як обнищахом взяло, помози нам, Боже, спаси нас, славы ради имени Твоего, Господи, избави нас, и очисти грехи наши имени ради Твоего. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше, святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земли, поклоняемый славимый Христе Божие, долго терпеливее, много милостивее, много благоутробнее, и же праведное, любя грешное, милуя, и же вся завейка спасения, обещания ради будущих благ, сам Господи, приими и наше участие молитвы, и исправи жизнь нашу к заповедям Твоим, души наши освети, телеса очисти, помышления исправи, мысли очисти, и избави нас от всякие скорби, зол и болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчениями, соблюдаями, наставляями, достигни в соединении веры и в разум неприступной Твоей я славы, яко благословенность и во веки веков. Аминь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним благослови, Отче. Аминь. Божий, Господи, силы и сия, твори содетелю, иже за милосердие беспрекладные милости Твои я, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаславы на спасение рода нашего, и честным Его крестом рукописание грех наших растерзавый, и победивы тем начало и власти тьмы, сам Владыка Человеколюбче, приими и нас грешные, благодарственные сие молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобить о насыщащих видимых и невидимых враг. Пригвозди страху Твоем плоти нашей, не уклони сердец наши словеса или помышления лукавствия, но любовью Твоей уязви души наши, да к Тебе всегда взирающей, еже Тебе светом наставляемый, Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, непрестанное Тебе исповедание благодарение высылаем, безначальному Отцу с единородным Твоим Сыном и Всесвятым и благим же творящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Благословено Царство Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Господи, помилуй, Господи, помилуй,
чаще к Твоим Господу помолимся. Господи, помилуй! Господи, нашим высокопреосвященничем и проповедил революция всем пресвитерам, всем Христе, диаконстве, всем прищи людям Господу помолимся. Господи, помилуй! Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господу помолимся. Господи, помилуй. Страждущих, смиренных и спасений. Господу помолимся. Господи, помилуй. Вы избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды. Господу помолимся. Господи, помилуй. Божия Твоею благодатью. Господи, помилуй. Иисусе славянную славу Владычество нашу Богородицу, Христа Деву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга и живот наш Христу Богу предадим. Честь и поклонение Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне пресно, и во веки веков. Спасибо.
Облатитесь от святые Богородицы и Христа Девы Марии, непреложного человечивыся, распнися же кресте Божьей смерти ясной поправы, единцы святые Троицы, прославляемая Отцу и Святому Духу, спаси нас. Пойте и пойте миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Славы Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе друг друга весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи! Яко благо человека любит Бог Иси, Тебе славу воссылаем Отцу, и Сыну и Святому Духу, ныне пресно и во веки веков. Аминь. Господи, силой Твоей возвеселится Царь, спасение Твоем возрадуется зело. Благословен еси Христе Боже наш, и же премудрил Отцы явлить, не спаслав им Духа Святого, и теми уловли вселенную, человеколюбче слава Тебе. Желание сердца Его дал еси Ему, и хотение усну Его неси, лишил Его. Предварилися Его благословением благостынным, положилися на главе Его венец от камени честно. Благословен еси Христе Боже наш, и же премудрил Отцы явли, не спаслав им Духа Святого, и теми уловли вселенную, человеколюбче слава Тебе. Премудрость, прости, вознесися, Господи, силою Твоей, воспоем и поем силой Твоя. Благословен еси Христе Боже наш, и же премудрил Отцы явли, не спаслав им Духа Святого, и теми уловли вселенную, человеколюбче слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. И дознешен язык и сия, разделяши языки вышни, и даже огненные языки раздаёши, соединение все призва, и согласно славе Всесвятого Духа. Яко святый си Боже наш, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Христа, 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 Бог Христа.
и Духове Твоему. И мудрость. Прохимен глаз осьми. Во всю землю изыди вещание их, и в концы вселенной оглаголы их. Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает вверх. Во всю землю изыди вещание их, и в конце вселенной оглаголы. Деяний святых апостолов, чтение. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились? Парфяне и медяне, и ламиты, и жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понты и Асии, Фригии, Памфилии, Египта и части Ливии, прилежащие к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих». Верьте, слушаем. И Духове Твоему. И мудрость. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Словом Господним небеса утвердившийся, и Духом муж Его вся сила их. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. С небесе призри Господь, видя вся сыны человеческие. Так Евангелие мир всем. Вот Иоанна Святаго Евангелие чтение. Слава тебе, Господи, слава тебе. Вон мне. Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал на духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святаго, потому что Иисус еще не был прославлен. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос», а иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано в Писании, что Христос придет от семени Давыдова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид. Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы
прельстились. Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он. Никодим, приходящий к нему ночью, будучи один из них, говорит им: судит ли закон наш человека, если прежде не выслушает его, не узнает, что он делает? На это сказали ему: и ты не из Галилеи ли? Рассмотри, увидишь, что из Галилеи не приходит пророк. Опять говорил Иисус народу и сказал им: я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Слава тебе, Господи, слава тебе. Горцем сердце, душе, всего помышления наше горцем. Наших молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, повелитель милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищи, молимся, по православному епископу Российской Церкви, Господи, нашим высокопреосвященнейшим митрополитом Иронием Киево, Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. В данной стране нашей российской, правителей и православных людей, в Отечестве, в России, несущих о спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Братьев наших священниц и священномонахов и всем во Христе братстве наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о блаженных и преснопамятных святейших патриархов православных и создателей святых храмов Божиих и всех прежде почивших отцах и братьев, где лежащих и повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимся о милости, жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении, сожжении грехов, врагов Божьих, всех дев, предстоящих и молящихся, и всех заповедующих нам недостойным, молитесь о них, и же всем даровайтесь душевного спасения и телесного здравия. Молимся тебе, Господи, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Телесно, умиление сердца, крученным тебе, припадами, синящие, вопиемки, истинными болезнью, врачу страсти душ и телес болящих рабов твоих, Протерея Дионисия, Романа, Александра и рабов твоих Сергия, Тамары, Игнатия, Сергия, Александра, Валентина, Анны, Валентины, Марии, Любови, Тамары, Валентины, Татьяны, Галины, Неонилы, Юлии, Неонилы, Раисы, Елены, Эполинарии, Симеона, Лазаря, Раисы, Людмилы, Валентины. Ой, просим всякое согрешение, вольное и невольное, даруем здравие душевное и телесное, молимся тебе, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И на рабов твоих, хотящих путешествовать, мне недостойно раба твоего, Валентину, Нину, Давида, Александра с Ихадами, Марину, прости им всякое согрешение, вольное и невольное, благослови благое намерение и советы, и исходы их со причащениями, справи, спаси и сохрани пути Господа всех опасностей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Давай заповедь Твою нам, еже любите Тебе Бога нашего и ближнего своего сотвори. Да ненависти, вражды, обиды, взаимства и прочие беззакония прекратятся. Истинно же любовь да царствует в сердцах наших. Молимся, Спасителю нашу услыши, милости на помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся.
молимся у плода носящих и заблудеющих, посетим и тщащим храме всем, труждающихся, поющих и предстоящих, людях, ожидающих и Тебе, великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог и святый славу посылаем Отцу, и Сыну и Святому Духу, ныне пресне, во веки веков. Аминь. Помолитесь, оглашенные Господи, Господи, помилуй. Господь, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Боже Твоей же благодатью. Господи, помилуй. Господи, преклоните. Thank you.
нашего Высокого Преосвященнейшего Митрополита Ориона Ферерарха Русской Православной Зарубежной Церкви запомнит Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне, пресне, во веки веков. Священство монашества и всех православных людей, гонимых за веру православную, запомнит Господь Бог во Царстве Своем всегда, ныне, пресне, во веки веков. И вас всех здесь предстоящих, и молящихся, и всех, заповедующих сам недостойно молитесь о них, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне, пресно и во веки веков. Небо и земли, и во единого Господа.
сильнее шедшего с небес, и воплотившегося Духа Святой Марии, древнего человечества, распятого Божий за мной преподнесся Пилате, и страдавшего и погребенного, и воскресшего третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым, и Божие царствие не будет конца. И Духа Святого Господа истинного и животворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыну с поклоняемой славим глаголошею пророки, воедину святую соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресение мертвых и жизни будущего века. Аминь. О, пристанет со страхом, вон мир святой возношение, в мире приносите. Thank you.
Пресвятая Богородица, и Преснодеве Марии. Thank you.
Патриархатами и человека, любимый народу Сына Твоего, с ним же благословен Иси, что пресвятым и благим и творящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Из поучения Святаго Иоанна Златоуста. Велики возлюбленные и выше всякого слова человеческого дары, ниспосланные нам сегодня от человеколюбивого Бога. Будем поэтому все мы вместе радоваться и с восторгом прославлять нашего Владыку. И подлинно, нынешний день для нас праздник и торжество. Как в преемстве дней и времен, года одна перемена следует за другой, так точно и в церкви праздник следует за праздником, и один отсылает нас к другому. Недавно мы праздновали кресту, страданию, воскресению, потом вознесению на небо Господа нашего Иисуса Христа. А сегодня, наконец, достигли до самой вершины благ, вступили в самую столицу праздников, пришли к самому плоду обетования Господа. «Если я пойду, — сказал он, — иного утешителя пошлю к вам и не оставлю вас сиротами. Видите ли его попечение? Видите ли неизреченное человеколюбие? Перед этими днями он вошел на небо, воспринял царский престол и воссел одесную Отца. А сегодня дарует нам пришествие Святаго Духа и через него ниспосылает нас нам с небес бесчисленные блага. И что, скажи мне, из относящегося к нашему спасению, не духом устроено для нас? Через него мы освобождаемся от рабства, призываемся в свободу, вводимся в установление, вновь, так сказать, созидаемся, слагаем себя тяжкое и смрадное бремя грехов. Через Духа Святаго мы видим лики священников, имеем полки учителей, от этого источника и дары откровений, и дарования исцелений, и всем прочим, что обыкновенно украшает ее, церковь снабжается отсюда. Через него мы получили отпущение грехов. Через него мы смыли всякую нечистоту. По его дару мы, притекшие к благодати, стали из людей ангелами, не переменившись по естеству, но, что гораздо удивительнее, оставаясь в естестве человеческом, проявляем жизнь ангельскую. Такова сила Святаго Духа, как чувственный огонь, приняв мягкую глину, делает ее твердой черепицей, так точно и огонь Духа, объяв благомыслящую душу, хотя бы нашел ее мягче глины, делает ее тверже железа. И того, кто незадолго был осквернен нечистотой греховной, вдруг являет светлейшим солнце. Почему Господь не тотчас после своего вознесения даровал нам виновника таких благ, а попустил, чтобы ученики прежде провели несколько дней и пробыли одни с самими собой, и тогда не спослал благодать Духа. Не напрасно и не без причины было и это. Он знал, что род человеческий недостаточно ценит те блага, которые у него в руках, и не чтит по достоинству того, что является приятным и великим, если не случится что-нибудь из противоположного. Например, скажем об этом яснее. Здоровый и сильный телом не чувствует и не может в точности знать, сколько благ доставляло ему здоровье, если он не испытает болезни, когда его постигнет немощь. Также и тот, кто видит днем, не так ценил бы свет, если бы его не сменяла темнота ночи. Подлинное испытание противоположного всегда бывает ясным учителем относительно того, чем мы прежде наслаждались. Посему и тогда,
как ученики в присутствии Христа наслаждались бесчисленными благами и во время обращения с Ним были в великом благоденствии, все ведь жители Палестины взирали на лица их, как на некоторые светильники, потому что они и воскрешали мертвых, и очищали прокаженных, и изгоняли бесов, и исцеляли болезни, и много других являли чудес. Посему, так как они были столь неизвестны и славны, то он и попустил им на малое время лишиться силы, содействовавшей им, дабы они, оставшись без нее, узнали, как много его присутствие доставляло им благости. И, восчувствовав важность прежних благ, с большей готовностью приняли дары утешителя. Дух Святый и утешил их в скорби, и светом своим озарил их, сетовавших по причине разлуки с учителем, и исполненных уныния, и воздвиг почти лежащих, и разогнал облако печали, и разрешил недоумение. Так как они слышали повеление Господа, идите, научите все народы, но еще недоумевали и не знали, куда каждому из них должно направиться, и в какой стране вселенной нужно проповедовать учение, то приходит Дух Святой в виде языков, отделяя каждому из них страны учительства во вселенной, и данным языком как бы на некоторые скрижали, обозначая каждому предел веренного ему начальства и учительства. Вот почему Дух сошел в виде языков. И не только поэтому, но и для того, чтобы напомнить нам о древнем событии. Так как в древности люди, впав в безумие, вздумали построить башню, которая достигла бы до неба, а Бог через разделение языков разрушил их злое согласие, то ныне Дух Святой нисходит на апостолов в виде огненных языков, чтобы через это соединить разделенную вселенную. И совершилось дело новое и дивное. Как тогда в древности языки разделили вселенную и расторгли злое согласие, так ныне языки соединили вселенную и бывшее разделенным привели в единомыслие. Итак, для этого Он сошел в виде языков, а языки были как огненные, потому что в нас разрасталась терния греха. Как земля тучная и плодородная, если остается невозделываемой, произвращает великое множество терний, так точно и наше естество, вышедшее из рук Создателя, прекрасным и способным к произведению плодов добродетели, но не принимая в себя плуга благочестия и семени богопознания, породило нечестие, как бы некоторое терние другое бесполезное растение. И как часто бывает, не видно лица земли от множества терний и дурных трав, так и благородства и чистоты души нашей не видно было, пока возделыватель человеческого естества, пришедший и ниспославший огонь духа, не очистил ее и не сделал способной к принятию небесного семени. Такие и еще большие блага дарованы нам в настоящий день. Поэтому я увещеваю, станем и мы праздновать сообразно с достоинством дарованных нам благ, не венки возлагая на ворота, но украшая души, не площадь убирая покровами, но просветляя душу одеждами добродетелей, дабы таким образом мы могли и принять благодать Духа и собрать происходящие от Него плоды. Аминь. Аминь. Спаси, Боже, люди Твои, благослови достояние Твое. Великом святым сильным, великом Духа Небесного, обретого веру истинную, неразделенной Троице поклоняется, кого нас послали. Всегда, ныне, присно и во веки веков. Твоей, аллилуйя, аллилуйя.
славу посылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Благословящий Господи, освящай на Тебя, уповающий, спаси людей Твои, благослови достояние Твое, исполнение церкви, сохрани, освяти любящие боголепие дома Твоего. Ты тех воспросави божественной силой, не остави нас, уповающих на Тя. Мир, мир, и Твоему дару церковь, Твоим священникам и всем людям Твоим. Яко всякое даяние благо и всяк дар совершен свыше, исходя от Тебя, со света Тебе славы, благодарение и поклонение высылаем Отцу, и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Вот имя Господне благословено отныне и до века. Вот имя Господне благословено отныне и до века. Вот имя Господне благословено отныне и до века. Благослови Господа на всякое время. О Господи, похвалится душа моя, да услышат кровцы и вознеселятся. Возвеличите Господа со мною, и вознесите небо вкупе, взыска Господа и услыша я, и от всех скорбей моих избавления. Приступите к Нему и просветитесь, и лица ваши не постыдятся. Си ничего злая Господь услышай, и от всех скорбей Его спаси. Опутится ангел Господень от крест боящихся Его, и избавит их. Вкусите и видите, яко благ Господь. Блажен муж и же уповает нань. Бойтесь Господа все святиго, яко не слышание боящимся Его, богатя нищаши и залкаша. Взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Придите, чада, послушайте меня, страху Господня научу вас, то есть человек хотя живут, любит не видите благи, удержи язык твоя зла, и усы твои же не благотиси, уклонись от зла и сотвори благо, защи мира и пожени. Очи Господни направленные, и уши Его молитвы, лица же Господня творящие злою, еже потребите от земли память их. Вот ваше провидение, Господь, услышай, и от всех скорбей их избави. Господь сокрушенным сердцем и смиренный духом спаси. Ноги скорби праведным, и от всех их избавит я, Господь. Храни, Господь, сокости, ни едино от них сокрушится. Смерть грешников люто, и ненавидящие праведного прирешат, избавит Господь души раб своих, и не прегрешат все уповающие на Него.
Благословение Господне на вас, того благодатью и человека любим всегда, ныне присно и во веки веков. Слава тебе, Христе Божий, упование наше, слава тебе. Слава Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Языков с небесений спасав и Пресвятаго Духа на святые свои, ученики апостола Христос, истинный Бог наш, молитва им причистая своей Матери, святых славных и сихвальных апостолов, преподобных богоносных, Отец наших, святых праведных Бог Отец, Акима, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Из беседы святителя Иоанна Златоуста. Блаженны нищие духом. Смотри, как Христос далек был от честолюбия и гордости. Он не водил народ за собой, но когда нужно было врачевать, сам ходил всюду, посещая города и весы. А когда собралось великое множество, садится на одном месте, не в городе, не среди площади, но на горе, в пустыне, изучая, тем нас ничего не делать на показ, удаляться от шума, особенно когда нужно любомудрствовать и рассуждать о важных предметах. Когда вошел он и сел, приступили ученики, видящие, как они успевают в добродетели и как скоро сделались лучшими. Народ смотрел на чудеса, а ученики хотели уже слышать что-нибудь высокое и великое. Это-то и побудило Христа предложить учение и начать проповедь. Он не только исцелял тела, но врачевал и души. И опять от попечения о душах переходил к попечению о телах. Разнообразие не пользу и соединяя с учением словесным явление знамений. Итак, с чего Христос начинает и какие полагает для нас основания новой жизни? Послушаем внимательно слова Его. Говорено было к ученикам, а написано для всех, которые будут после них. Потому-то и Христос, хотя обращается с проповедью к ученикам, но не к ним относит слова свои, а говорит о всех блаженствах неопределенно. Не сказал «блаженны вы, если будете нищими», но «блаженны нищие». Матфея 5 глава. Что значит «нищие духом»? Смиренное и сокрушенное сердце духом. Он назвал душу и расположение человека, так как есть много смиренных, но не по своему расположению, а необходимости обстоятельств. То он, умолчав о таких, потому что в том, невелика слава, называет прежде всего блаженными тех, которые по своей воле смиряют себя и уничижают. Почему же не сказал он «смиренные», а сказал «нищие»? Потому что последнее выразительнее первого. Нищими он называет здесь тех, которые боятся и трепещут заповеди Божиих, которые через пророка Исаию Бог называет угодными себе, говоря: «На кого я презрю? На смиренных и сокрушенных духом, на трепещущих пред Словом Моим». 66 глава Исаии. Дав ученикам приличное наставление, Господь снова подкрепляет их похвалами, так как заповеди были высоки и труднее ветхозаветных, то чтобы ученики не поколебались, не пришли в смятение, и не сказали, как мы можем их исполнять. Слушай, что сказал Господь. Вы есть соль земли. Показывая этими словами, что Он по необходимости дает такие заповеди. Учение, которое вам поручается, говорит Христос, должно относиться не к одной только вашей жизни, но и ко всей вселенной. Я посылаю вас не в 2, не в 10, не в 20 городов, посылая не к одному народу,
как некогда пророков, но на сушу и море, на всю вселенную, притом преисполненную зла. Словами «Вы есть соль земли» Христос показал, что все человечество помрачилось и повредилось от грехов. Потому-то Он и требует от учеников таких добродетелей, которые были особенно необходимы и полезны к исполнению других. В самом деле, кто кроток, тих, милостив и праведен, тот не для себя только одного творит добрые дела, но старается эти благие источники добра излить и на пользу других. Также и чистый сердцем, и миролюбивый, и гонимый за истину живет для блага общего. Итак, не думайте, говорит Христос, что вам предстоят легкие подвиги. Не думайте, что слова мои «Вы есть соль земли» маловажны. Что же, неужели они в самом деле исправили то, что уже испортилось? Нет, но как солью нельзя помочь тому, что уже испортилось? Они этого и не делали, а соляли уже прежде исправленное им, переданное и освобожденное от зловония, содержая и сохраняя в том самом обновлении, каком приняли от Господа. Освободить от зловония греховного было делом Христа. Апостолы же должны были трудиться, заботиться о том, чтобы исправленное опять не пришло в первое свое состояние. Замечающий, как Христос мало-помалу возвышает учеников перед самыми пророками. Он называет их учителями не одной Палестины, но целой вселенной, и не просто учителями, но еще учителями и страшными. Аминь. Аминь. Сегодня по уставу нашей церкви сразу за литургией совершается вечерня, за которой будет прочитана коленопреклоненная молитва. Благословен Бог нас всегда на непрестанно молитве веков. Аминь. Аминь. Вечерня начинаем. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Небесный утешитель души истины, ты живи здесь, и все исполняй, сокровище благих, и жизни подателю, приди сердца мы, и очисти мы от всякие скверны. И спаси Боже души наши. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши имени Твоего ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесе, да святится, имя Твое да приидет, царствие Твое да будет, воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем самому Христу, Цареве и Богу нашему. Благослови, душа моя, Господа, Господи Боже мой, Ты дивно велик, Ты облечен славой и величием, Ты одеваешься светом, как ризою, простираешь небеса, как шатер.
устрояешь над водами горные чертоги твои, делаешь облака твои колесницей, шествуешь на крыльях ветра. Ты творишь ангелами твоими духов, служителями твоими огонь пылающий. Ты поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки веки. Бездною, как одеянием, покрыл ты ее, на горах стоят воды. От трещения твоего бегут они, от глаза грома твоего быстро уходят. Восходят на горы, нисходят долины, на место, которое ты назначил для них. Ты положил предел, которого не перейдут и не возвратятся покрыть землю. Ты послал источники в долины, между горами текут воды, поят всех полевых зверей. Дикие ослы утоляют жажду свою, при них обитают птицы небесные, среды ветвей издают голос. Ты напояешь горы с высот твоих, плодами дел твоих насыщается земля. Ты превращаешь траву для скота и зелень на пользу человека, чтобы произвести из земли пищу. И вино, которое веселит сердце человека, и лед, которого блистает лице его, и хлеб, который укрепляет сердце человека. Насыщаются древа Господа, кедры ливанские, которые он насадил, на них гнездятся птицы, ели жилищаясту. Высокие горы серным, каменные утесы, убежище зайцам. Он сотворил луну для указания времен, солнце знает свой запах. Ты простираешь тьму, и бывает ночь, и во времени бродят силесные звери. Львы рыкают о добычу, просят у Бога пищу себе. Восходит солнце, и они собираются ложаться в свои логовища. Выходит человек на дело свое и на работу свою до вечера. Как многочисленны дела твои, Господи, и все соделал ты премудро. Земля полна произведений твоих. Это море великое и пространное, там присмыкающиеся, которым нет числа, животные малые с большими. Там плавают корабли, там этот левиафан, которого ты сотворил, играть в нем. Все они тебя ожидают, чтобы ты дал им пищу и в свое время. Даешь им, принимают, отверзаешь руку твою, насыщаются благом. Скроешь лицо твое, метутся, отнимешь дух их, умирают и перст свой возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли. Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах своих. Презирает на землю, она трясется, прикасается к горам и дымятся. Буду петь Господу всю жизнь мою, буду петь Богу моему, доколе есть им. Да будет благоприятна ему песнь моя, буду веселиться от Господи. Да исчезнут грешники земли, и беззаконных да не будет более. Благослови, душа моя, Господа, аллилуйя. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Господу помолимся. Господи, помилуй. Святой Божией Церкви соединим всех, Господу помолимся. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Святой Церкви, благоговением и страхом Божиим, входящих в вонь, Господу помолимся. Господи, помилуй. Святейших, посвящих православных патриархов, Господи нашим, высокопреосвященнейшим митрополитом Илларионе, и Господу помолимся. Господи, помилуй. Страждущей стране нашей российской, правителях и православных людей во Отечестве, в России, несущих о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. О граде всем, всяком граде, стране веры живущих, не Господу помолимся. Господи, помилуй. О благословении духов, о временах мирных, Господу помолимся. Господи, помилуй. Путешествующих, недугающих, страждущих, плененных о спасении, Господу помолимся. Господи, помилуй. О предстоящих людях, ожидающих благодати Святого Духа, Господу помолимся. Господи, помилуй. О преклоняющих сердца свои пред Господем и колено, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже, укрепитесь нам в совершении благоугоднее, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже, ниспослатися богатым милостям Его на нас, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, еже, приятие колено преклонение наше, яко фимиам пред Ним, Господу помолимся. Господи, помилуй. О, требующих от Него помощи, Господу помолимся. Господи, помилуй. Скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступись, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже,
Твоею благодатью. Господи, помилуй. И святую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. И мир, подавай Тебе всякое славу, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Глас четвертый, Господи, воззвал к Тебе, услыши меня. Господи, воззвал к Тебе, услыши меня. Услыши меня, Господи. Душу мою исповедуйтеся имени Твоему. Преславные дни, свидеши все языцы в ограде Давидове, егда дух сниди святый в огненных языцах, як уже Бога глаголивый Лука повествует, глаголит Бог, собранным учеником Христом, бывшим, як уже носимую дыханию бурну, и исполни дом, и держи бяху сидящие, и все на чаше глаголоте странными глаголы, странными учения, странными повелениями святые Троицы. Между праведницы дом держи, воздайся мне. Дух святый, бе, уба, присный есть и будет, ниже начинаем, ниже пристояй, но присно Отцу и Сыну счинен исчисляем. Живот и жотворяй, свет и светоподатель, самый благий и источник благостыни. Им же Отец познавается, и Сын прославляется, и от всех познавается едино сила, едино считание, едино поклонение святые Троицы. Из глубины воззвал к Тебе, Господи, Господи, услыши глас мой. Дух святый, свет и живот, и живый источник, умный, дух премудрости, дух разума, благий, правый, умный, обладай, очищай прегрешения. Бог и боготворяй, огня от огня происходя, глагола, идея, разделяя дарования, им же пророцы и все, и божественные апостоли, смученики венчавшиеся, странное слышание, странное видение, огня разделяяся, подаяние дарований, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне глашесты. Бог наш, Ты есть и Бог творящий.
Во свете неприступном, сотворивший небо и землю и море и все созданное в них, подающий всем просимое прежде прошение. Тебе молимся, Тебе призываем, Владыка человека любец, Отца Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа ради нас людей и нашего ради спасения сошедшего с небес и воплотившегося Духа Святаго и Марии Преснодевы и Преславной Богородицы. Он сначала словами уча, а потом показывая делами, когда терпел спасительное страдание, дал нам смиренным, грешным и достойным рабам Твоим образец принесения молитв с преклонением главы и колен о собственных грехах и о грехах неведения народа. Сам многомилостив человеколюбец, услышь нас, в какой бы день мы ни призвали Тебя, особенно же в этот день, Пятидесятницы, который по вознесению Господа нашего Иисуса Христа на небеса, когда Он и воссел одесную Тебе Бога и Отца, и не спасал на святых Своих учеников и апостолов Святаго Духа, который почил на каждом из них, и исполнив все неистощимые благодати Его, и стали говорить на иных языках о великих делах Твоих и пророчествах. Так и ныне услышь нас, молящихся, и вспомни нас, смиренных и осужденных, и освободи из плена души наши, имея ходатайствующим за нас Твое собственное сострадание. Прими нас, припадающих к Тебе и взывающих. Мы согрешили. На Тебя мы оставлены от материнского лона, от чрева Матери. Ты Бог наш. Но так как прошли в суете дни наши, мы остались без Твоей помощи и лишены всякого оправдания. Однако дерзновенно, надеясь на милосердие Твое, взываем. Грехи юности нашей и неведения не вспомни, и от тайных дел наших очисти нас, не отвергни нас от во время старости, при оскудении силы нашей не оставь нас. Прежде чем мы возвратимся в землю, удостой нас обращения к Тебе, и обрати внимание на нас с благоговением, с благоволением и милостью, измерь беззаконие наше милосердием Твоим. Поставь бездну милосердия Твоего против множества согрешений наших. Посмотри со святой высоты Твоей на народ Твой, стоящий вокруг и ожидающий Тебя обильной милости. Посети нас в благости Твоей, избавь нас от насилия дьявола,
Утверди жизнь нашу святыми и священными законами Твоими. Ангелу верному хранителю, верь народ Твой, всех нас собери в Царство Твое. Дай прощение надеющимся на Тебя, отпусти им и нам согрешение. Очисти нас действием Святаго Духа, разрушь козни врага против нас. Благословен Ты, Господи, Владыка Вседержитель, озаривший день светом солнечным и осветивший ночь сиянием огня, удостоивший нас пройти долготу дня и приблизиться к началу ночи. Услышь моление наше и всего народа Твоего и прости всем нам вольные и невольные грехи, прими наши вечерние молитвы, ниспошли множество милости Твоей и сострадания Твоего на наследие Твое. Защити нас, как стеною святыми ангелами Твоими. Вооружи нас оружием правды Твоей, огради нас истиною Твоею. Сохрани нас силой Твоей, избавь нас от всякого нападения и всякого коварства противника. Сделай же для нас настоящий вечер с наступающей ночью совершенным, святым, мирным, безгрешным, беззаблазным, без мечтаний, как и все дни жизни нашей, по молитвам Святой Богородицы всех святых от века Тебе благоугодившим. Сердце, душе, всего помышления нашего. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, поставь и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Благословенную славную Владычицу нашу Богородицу, Преснодеву Марию, со всеми святыми, помянувши сами себе друг друга весь живот наш, Христу Богу предадим. Слава воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Все от всей души, от всего помышления наши горцы. Господи, помилуй. 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 Церкви, Господи, наше высокое пресвященнейшее митрополит Иларион Алексей во Христе, братья наши. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честное наше российское правительство и православных людей в Отечестве России несущих и о спасении. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Блаженных и преснопамятных создателей святых храмов Божьих, как всех прежде почивших отцов и братьев, дирижащих повсюду православных. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Спасение, посещение, прощение, остальных грехов рабов Божьих, всех здесь предстоящих и молящихся, всех заповедавших нам недостойным, молитесь о них. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Владеющих во святым и святым храме, всем труждающихся, поющих и предстоящих людях, ожидающих Тебе великие и богатые милости. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Бог, неси Тебя славу воссылай. Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне присно и во веки веков. Аминь. Паки, преклонься колено Господу, помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе Боже наш, сообщивший людям мир Твой и дар Святаго Духа, еще в земной своей жизни, находясь с нами, всегда подавая это верным, в наследие неотъемлемое, но особенно ясно в сей день, ниспославший эту благодать своим ученикам и апостолам, и вооруживший огненными языками уста их, через них и мы, весь род человеческий, богопознания, на собственном наречии своими ушами услышав и восприняв, озарились светом Духа, и от заблуждения, как из тьмы, избавились, и через раздаяние, и сверхъестественное действие ощутимых чувствами и огненных языков, веря в Тебе, научились и просветились признанию Тебе Богом, со Отцем и Святым Духом во едином Божестве и силе и власти. Ты сияние Отца и неизменное и непоколебимое начертание существа,
и природы Его. Источник мудрости и благодати, открой нам грешным уста и научи нас, как следует и о чем нужно молиться. Ты ведь знаешь великое множество грехов наших, но Твое милосердие победит их неизмеримость. Ибо вот я со страхом стою пред Тобою, повергнув в пучину милости Твоей отчаяния души моей. Направь, как корпи жизнь мою, одним словом все творение неизвеченной силой мудрости Твоей, направляющей тихая пристань носимой бури, и укажи мне путь, по которому мне идти. Дух мудрости Твоей сообщи моим помышлениям, дух разума безрассудству моему даруй, духом страха пред Тобою дела мои осени, дух правый обнови во внутренности моей, духом владычественным укрепи шаткость моего образа мысли, чтобы духом Твоим благим, полезным и направляемым я удостоился каждый день исполнять заповеди Твои и всегда помнить Твое славное и обличительное для сделанного нами пришествия. И не попусти мне прельщаться гибнущими радостями мира сего, но укрепи нас к желанию наслаждения будущими сокровищами. Ты ведь сказал, Владыка, то чего бы ни попросил, кто во имя мое беспрепятственно получит от Твоего совечного Бога и Отца. Поэтому я, грешный, в день пришествия Святаго Духа, умоляю Твою благость, чего бы я ни попросил, подай мне во спасение. Да, Господи, щедро благотворительный и благой податель всякого благодеяния, так как Ты преизобильно подаешь, чего мы просим. Ты сострадательный, милостивый, ставший причастным безгрешно плоти нашей и преклоняющим пред Тобою колено, склоняющийся, любвеобильный и сделавшийся умилостивлением за грехи наши. Прояви же, Господи, милосердие Свое к народу Твоему. Услышь нас с неба, святаго Своего, освети нас силою спасительной десницы Своей. Покрой нас под кровом крыл Твоих, Своих, да не презришь дел рук Своих. Пред Тобой одним мы согрешаем, но и Тебе одному служим. Не умеем кланяться Богу чужому, не простирать руки нашей Владыка к Богу иному. Прости нам согрешения, и приняв наше колено преклоненное моление, простри всем нам руку помощи. Прими молитву всех, как приятное кождение, принимаем пред Твоим преблагим царством. Господи, Господи, избавивши нас от всякой страсти, летящий днем, избавь нас от всякой опасности во мраке блуждающих. Прими жертву вечерней рук наших, возношение. Удостой же нас и путь ночной непорочно пройти, не испытав зла. Избавь нас от всякого смущения и боязни, случающие с нами от дьявола. Даруй душам нашим сокрушение и мыслям нашим попечение. О испытании на суде Твоем, страшном и праведном. Пригвозди страхом пред Тобою плоть нашу, умертви земные члены наши, чтобы мы и в сонном безмолвии просвещались со созерцанием судов Твоих. Удали же от нас всякое мечтание непристойное и пагубное вожделение, и подними нас сейчас с молитвой утвержденными в вере и преуспевающим в исполнении повелений Твоих. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, помилуй. Благословенную и славную Владычицу нашу Богородицу, Пресноденную, со всеми святыми, послушая сами себе, друг друга весь живот наш Христу Богу благодарим. Господи! Благоволению, благости ненародного Сына Твоего, с ним же благословенный Сесо, предсвящим благим и стоящим Своим Духом, ныне пресно и во веки веков. Тебе слава подобает Отцу и Сыну и Святому Духу,
Паки, преклон же колено Господу, помолимся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Неиссякаемо текущий животворный просветительный источник, совечная Отцу созидательная сила. Все домостроительство, спасение людей, прекрасно совершивший, Христе Боже наш, расторчи неразрешимые узы смерти и запоры ада. Множество же злых духов поправший, приведший себя самого в непорочное заклание за нас, давший в жертву пречистое тело свое, ни для какого греха неприкосновенное и недоступное, и этим страшным и неизъяснимым священнодействием жизнь вечную нам даровавший, в ад сошедший из осовы вечно сокрушивший, и сидящий во тьме путь для возвращения оттуда указавший, зачинщика зла змея глубинного, богомудрую приманкою поймавший, и оковами мрака, тазаре его связавший, и в огне неугасимой во тьме внешней, беспредельно могучей силою Твоею заключивший, великомитая премудрость Отца, явившийся великим помощником для подвергающейся нападениям, просветивший сидевших во тьме и тени смертной, Ты, Господи, Господь, Ты, Господь славы, неиссякающий, и Отца Всевышнего Сын, возлюбленный вечный свет от вечного света солнца правды, услышь нас, молящийся Тебе, и упокой души рабов Твоих, прежде усопших отцов и братьев наших, и иных родственников по плоти, и всех своих по вере, о которых мы ныне и совершаем воспоминания. Так как у Тебя власть над всем, и Ты в руке своей держишь все пределы земли, Владыка Вседержитель, Божий Отцов и Господи милости, Создатель рода смертного, как и бессмертного, и всякой природы человеческой, составляемой и снова распадающейся, Создатель жизни, как и кончины пребывания здесь и представления туда, отмеревающий годы живым и устанавливающий времена, время смерти, низводящий в ад и выводящий оттуда, связывающий немощью и освобождающий со властью, устраивающий настоящее по нуждам всех и будущее к пользе направляющий, пораженный жалом смерти оживляющий, надеждами на воскресение. Сам Владыка всего, Боже Спаситель наш, надежда всех концов земли и тех, кто далеко в море. Ты и в этот последний и великий спасительный день Пятидесятницы, тайну святой, единосущной и совечной, нераздельной и неслиянной Троицы, открывшей нам. И пришествие явления святаго же, творящего Твой Духа, в виде огненных языков на святых своих апостолов, изливший и сделавший их благовестниками благочестивой нашей веры, явившей исповедниками и провозвестниками истинного богословия. Ты и в этот завершающий спасительный праздник, благоволивший принимать умилостивительные мольбы за одержимых в аде и подающий нам великие надежды на ниспослание усопшим облегчение от утруждающих их скорбей и утешение от Тебя, услышь нас, смиренных и нуждающихся в Твоем сострадании, и упокой души рабов Твоих, прежде усопших вместе светом, вместе блаженном, вместе отрадном, откуда удалили всякая боль, скорбь и стенание, и водвори духи их в обителях праведных, и мира и облегчения удостой их, потому что не мертвые восхвалят Тебя, Господи, и не те, кто в аде дерзают приносить Тебе исповедание, но мы живые благословляем Тебя и молим, и милосердные молитвы и жертвы приносим Тебе за души их. Боже великий и вечный, святой человека, любимый, удостоивший нас в этот час стать неприступной Твоей славой, для пения и хвалы чудес Твоих, умилосердись над нами, недостойными рабами Твоими, и подай благодать сокрушенным сердцем без колебаний приносить Тебе, Пресвятое, славословие и благодарение за великие Твои дары, которые Ты совершил и всегда совершаешь для нас. Вспомни, Господи, немощь нашу, не погуби нас беззакониями нашими, но сотвори великую милость Твою со смирением нашим, чтобы, избежав мы греха, мы ходили во дне правды и, облегшись в доспехи света, пребывали огражденными от всяких вредоносных козней лукавого и с одерзновением прославили за все Тебя, единого, истинного и человеколюбивого Бога. Ибо как воистину и подлинно велико Владыка всего, и Творец Твое таинство, и распадение на время Твоих творений, и после этого соединения и упокоения навеки,
воздаем Тебе благодарность за все, за вступление наше в этот мир и за исхождение из него, которое по Твоему неложному обещанию укрепляет нас надежды нашей на воскресение и нетленную жизнь, которой мы насладимся во второе будущее пришествие Твое, ибо Ты и воскресение нашего предначатель, и неподкупный, и человеколюбивый, и судья живых. И Владыка Господь воздаяние, и Тот, кто стал подобно нам причастным плоти и крови по крайнему снисхождению, и наши невинные страсти благоволил добровольно их испытать, принял по глубокому своему милосердию и в том, что претерпел сам, быв искушен нам искушаемым, сделался добровольным помощником, поэтому и привел нас всех вместе в свое бесстрастие. Прими же, Владыка, мольбы и моления наши, и упокой всех отцов, у каждого из нас, и матерей, и братьев, и сестер, и детей, и иных родных, и иноплеменных, и все души, прежде почившие в надежде воскресения жизни вечной, и помести духи их и имена в книге жизни на лоне Авраама, Исаака и Иакова, в стране живых, в Царстве Небесном, в раю сладостном, вводя всех их посредством святых ангелов Твоих, святые Твои обители, воскрешая вместе и тела наши, в день, который Ты назначил, по святым Твоим и неположным обещаниям. Это же не смерть для рабов Твоих, Господи, когда мы удаляемся от тела и к Тебе, Богу, возвращаемся. Но это только переселение от более тягостного к лучшему и приятнейшему, к упокоению и радости. Если же в чем мы и согрешили пред Тобой, милости будь к нам и к ним. Итак, как никто не чист от скверн пред Тобою, хотя бы один день продолжалась жизнь его, кроме одного Тебя, явившегося на земле безгрешным, Господа нашего Иисуса Христа, через которого все мы надеемся получить милость и отпущение грехов. Поэтому нам и им, как белый, благой и человеколюбивый Бог, ослаб, отпусти, прости грехопадение наше, вольно и невольно, совершенное сознательно и по неведению, явно и сокрытое, в деле, в мысли, в слове, во всем нашем образе жизни и душевных движениях. И скончавшимся свободой облегчения дару, нас же, находящиеся здесь, благослови, подавая добрую и мирную кончину нам, как и всему народу Твоему, и недра Твоей милости и человеколюбия, раскрывая пред нами при страшном и грозном Твоем пришествии, и сделай нас достойными Царства Твоего. Боже великий и вышний, один имеющий бессмертие и живущий во свете неприступном, все творения, создавшие премудро, отделившись света от тьмы, и солнце, поставившее для управления днем луну же, и звезды для управления ночью, удостоивший нас грешных и в нынешний час предстать лицу Твоему с хвалою и вечернее словословие Тебе принести. Сам человеколюбивый Господи, направь молитву нашу, как фимиам, пред лицо Твое. Прими ее, как благоухание приятное. Подай же нам нынешний вечер и наступающую ночь мирная. Облеки нас в доспехи света. Избавь нас от страха ночного, всякой опасности во мраке блуждающей, и сон, который Ты даровал для подкрепления немощи нашей, соделай всякому дьявольскому наваждению причастным. Да, Владыка всего, благ податель, чтобы на ложах наших, сокрушаясь, мы вспоминали ночью имя Твое, и размышлением о Твоих заповедях просвещаемые встали в радости души для словословия Твоей благости, моления и молитвы Тебе милосердному, принося о согрешениях своих и всех людях Твоих, которых Ты по молитвам Святой Богородицы милостивно посети, заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Господи, подай, Господи, мира, Господа, проси, подай.
благословен и препрославлен Отца и Сына и Святаго Духа, и пресне во веки веков. Ныне в знамение всем, яви языцы быша, иудеи бо от них же по плоти Христос, не верим, ни дуга ваше, Божия благодати от подоша, и божественного света сущий от языка с подобихомся, утвердившийся словесы учеников, вещающих славу благодетеля всех Бога. С ними же сердца с коленами преклонши веру, поклонимся Святому Духу, утвердившийся спасителем душ наших. Сердце чисто созиждя во мне Божий, дух прав обнови в утробе моей. Ныне утешительный дух, на всякую плоть излияйся от апостольских боликов начинши, от тех по причастию верным благодать прострем, и веряет свое державное наитие в огненном виде, учеником раздая языки, песнопение и славу Божию, тем же сердцы умно просвещаемые вере утвердившейся Святым Духом, молимся спастися душам нашим. Не отвержи меня от лица Твоего и Духа Твоего Святого, не отними от меня. Ныне облачатся державою Христовую с высоты апостоли, обновляет бо их утешитель. В них обновляется таинственным обновлением разума, и же странными гласы, и высокоглаголивыми проповедующие пресносущное естество же, и простое трипостасное почитати, благодетеля всех Бога, тем же просветившийся он их учениями, Отцу поклонимся, Сыном и Духом, молящийся спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, люди, трипостасному Божеству поклонимся. Сыну во Отце со Святым Духом, Отец во безлетно, роди Сына со пресносущно и со престольно. И Дух Святый, бе во Отце, Сыном прославляем. Едина сила, едино существо, едино Божество, Ему же поклоняющиеся все глаголем. Святый Божий, вся содеявый Сыном, содействием Святого Духа, Святый крепкий, им же Отца познахом, и Духа Святый прийди к нам, Святый бессмертный, утешительный душе, от Отца исходя и в Сыне почивая, Троица Святая, слава Тебе! Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи нашим. Владыка, прости беззаконие нашим. Святый, посети и исцели немощи нашей имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный, дашь нам днесь, и остави нам долги наши, окажи мы, оставляем должником нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Святую православную
мы крестьян, благи к миру. Честнейший херувим и славнейший, без сравнения серафим, без искления Бога Слово Рожье, сущее Богородицу Тебя величает. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Божественных отеческих недр, умоливший себя, и с небес на землю сошедший, и принявшийся наше человечье естество, и обожившее его, после же сего на небеса вновь вошедший и воссевший по десную Бога и Отца, и Божественного, и Святого, и Единосущего, и Единосильного, Единославного и Совечного Духа, ниспослав и на святых своих учеников и апостолов, и через него просветивший их, а ими и всю вселенную Христос, истинный Бог наш, молитвами причистится Матери святых славных и всехвальных апостолов и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Благодарствую. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, что Ты не ответ мне грешника, но удостоил меня приобщиться святым Твоим. Благодарю Тебя, что меня недостойного причаститься причистой Твоих и небесных даров Ты удостоил. Но, Владыка, человеколюбец, ради нас умерший, воскресший, даровавший нам эти страшные творящие Твои таинства, благодарение, освящение души тел наших, сделай, чтобы они были мне в исцеление души и тела, отражение всякого врага. Просвещение через сердце моего, мир душевных моих сил, веру твердую, любовь нелицемерную, в исполнение мудростью, соблюдение заповедей Твоих, умножение божественной Твоей благодати, Твоего царства, приобретение, чтобы сохраняемый ими во священии Твоем. Я всегда помнил милость Твою, жил уже не для себя, но для Тебя, нашего Владыки, Благодетеля. И таким образом, уйдя из здешней жизни, надежде на жизнь вечную, достиг и места вечного покоя, где непрестанный глаз празднующих и бесконечное наслаждение, взирающих на несказанную красоту лица Твоего, ибо Ты истинная цель стремления, неизъяснимая радость любящих Тебя, Христе Боже наш, и Тебя воспевает сотворение во веки. Аминь. Владыка Христе Боже, Царь веков и Создатель всего мира, благодарю Тебя за все блага, которые Ты дал мне за причащение пречистых и творящих Твоих таинств. Молю же Тебя, благой человеколюбивый, сохрани меня под кром Твоим и в тени крыльев Твоих. И даруй мне чистую совестью до последнего моего вздоха достойно причащается святынь Твоей. Прощение грехов и жизнь вечную, ибо Ты хлеб жизни, источник освящения, податель благ и Тебе славу высылаем. С Отцом и Святым Духом ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Давший пищу мне плоть добровольную, Ты огонь сожигающий недостойных, не сожги же меня, Создатель мой. Пройди лучшие члены тела моего, все суставы внутренности, все сожги тернии всех моих согрешений. Души очисти, освети мысли, колени утверди с костями вместе, просвети пять главных чувств. Всего меня пригвози, страхом пред тобой, всегда защищай, храни и береги меня от всякого вредного для души дела и слова. Очищай, омывай, устрояй меня, украшай, вразумляй, просвещай меня, яви меня Твоей обителю единого духа и уже не обителю греха, чтобы бежали от меня по принятию причастия всякие злодеи, всякая страсть, как от дома Твоего, как от огня. Ходатаями за себя Тебе представляю всех святых начальников, воинств бесплотных, пятичатых, мудрых апостолов и сверху Твоей непорочной чистой Матери. Прими их молитвы, милосердный Христос, мой Сыном Света, соделай Твоего служителя, ибо Ты единый благое освящение, а также сияние душ наших, и Тебе предподобает Богу и Владыке, все мы славу высылаем каждый день. Тело Твое, Святой Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мне в жизнь вечную, и кровь Твоя драгоценная в прощение грехов. Да будет же мне это благодарение в радость, здравие и веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподоби мне грешника стать справа от славы Твоей. По ходатайствам всечистой Твоей Матери и всех Твоих святых. Аминь. Пресвятая Владычица Богородица, свет помраченный моей души, надежда, покров, прибежище, утешение, радость моя. Благодарю Тебя, что Ты сподобила меня недостойного стать причастником причистого тела и драгоценной крови Сына Твоего.
но родивший истинный свет, просвети духовное очи сердца моего, источник бессмертия, родивший, оживи меня, умершленного грехом. Милостиво боголюбящее милосердие, Матерь, помилуй меня и дай мне умиление, сокрушение в сердце моем и смирение в мыслях моих, и призвание к помыслам добрым, когда пленен бывает разум мой, достой меня до последнего моего вздоха. И в осуждение принимай святыни пречистых таинств, но в исцеление души и тела, и подай мне слезы покаяния, благодарения, чтобы не воспевать и прославлять тебя в сидней жизни моей. Ибо ты благословенный и прославленный во веки. Аминь. Ныне опущаешь раба твоего, владыку, по глаголу твоему с миром. Яко видишь-то, отче мой, спасение твое, ежевесю готов пред лицем всех людей, свет в откровении языков и славу людей твоих, Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыко, прости беззаконие наше, святые, посети исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесе, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Уста их, якоже светлость огня, воссиявший благодать вселенную, просветение, сребролюбие мира и сокровища снизка. Высоту нам смиренно мудрее показано, твоими словеси наказуя, очи, а не златоустие. Молись, Слово Христа Бога, спастися душа нашим, славу Отцу и Сыну и Святому Духу. От небес приялся божественной благодати Твоими с нами все учишь, отклоняйтесь от Троицы единому Богу, я не златоустие все блажения преподобнее. Достойно хвалим Тебя, сибо наставник, это божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не преза грешных молений гласы, но при дворе ко благая на помощь нас верно зовущих Тебе. Ускори на молитву и почисти на моление, предстательствующее присно Богородице, чтущих Тебя. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без истления Богословородшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Именем Господним благослови, Отче. Аминь. Закрывай. Помоги сюда тащить. Подожди. На, провода-то убирать скорее надо. Держи. Теперь отцепи от этого. Оторвать надо. А. Все, оторвать.